Всем привет, добро пожаловать на мой канал, и давно мы с вами не виделись. Я долго думала, с каким видео мне вернуться на канал, и решила снять для вас ваш любимый влог. Кто тут у нас? Моку теперь пушистик. Я сейчас иду в одно такое место, о котором вам расскажу чуть позже. Погода классная. Я теперь работаю в магазине цветов, но не там, где продают уже срезанные цветы, а там, где продают живые. Мне здесь нравится. Некоторые цветы я купила себе домой, потом вам покажу. Итак, вот это первый цветок. Он очень маленький. А второй... О, тут какой-то кот развалился. А вот этот второй, он уже побольше. Как вы уже могли заметить, у меня тут в комнате перестановка. Вот эта стенка у меня пустая, и я не знаю, что можно сюда приклеить или повесить. Пишите свои идеи в комментариях. Друзья, хочу сообщить, что теперь все свои фото я выкладываю в Pinterest. Помимо фото, туда я также публикую короткие видео, которых нет здесь на канале. Подписывайтесь на мой аккаунт, ссылка в описании. А также хочу вас спросить, что вы хотите видеть на моем канале, что мне вам показать в своих влогах. Пишите в комментариях, я все-все-все читаю. Вечером я выгуляла свою собачку Бусю, поужинала и села монтировать часть этого влога. Можете заметить, что за окном уже темно.